Губернатор Александр Ус одобрил новые меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса. В первую очередь они касаются сфер ЖКХ, транспорта, туризма и гостиничного бизнеса. Пострадавшие во время самоизоляции предприятия получат субсидии на погашение части процентной ставки по коммерческим кредитам. Компании, которые занимаются грузовыми и пассажирскими перевозками, могут быть освобождены от транспортного налога. Для этого готовится отдельное постановление правительства. Также они смогут получить деньги из бюджета на дезинфекцию автобусов. Для поддержки коммунальщиков и ресурсников бюджетные организации авансом оплатят коммунальные услуги. Туристические компании и гостиницы, которые пострадали одни из первых, смогут компенсировать затраты на аренду помещений. Все без исключения виды бизнеса смогут претендовать на отсрочку по аренде государственного и муниципального имущества.